в Русском театре проходит фестиваль джазовой импровизации. В нашем городе он впервые. 40 участников из 16 стран мира. Рядом со мной сейчас находится представительница Кубы, Еси Гарсия. Она расскажет о том, какие впечатления от фестиваля. Еси, пожалуйста, расскажите, как вы выступали? Dime, por favor, tu opinión sobre este concierto, sobre este festival. Bueno, pienso que es un festival muy bueno. Я думаю, что этот фестиваль очень хороший. Ya que permite tener, hacer un intercambio entre diferentes músicos de todos los países. И позволяет нам сделать международный какой-то обмен, и опыт обогащает наш. Creo que es muy bueno, ¿no? Que el público de Ucrania vea cosas novedosas, ¿no? Como se comunican los músicos de... De diferentes culturas. И видно, что публика украинская подтягивается к нам все ближе и ближе, и вместе мы работаем, можно сказать, в унисон. Y bueno, para mí es una experiencia única, muy buena, y espero que se vuelva a repetir este festival, que va a tener mucho éxito. И для меня это очень большой опыт, и я надеюсь, что еще раз как-то приеду к вам в гости. Спасибо большое. Я думаю, что музыка наших кубинских коллег понравилась тоже одесситам. И дальше? Или как мы режем, как мы?